В Актюбинской области в результате несчастного случая на дороге погиб 55-летний водитель. Он утонул в реке после того, как его машина упала в воду. А в семье изъяли крупную партию наркотиков. В доме у задержанного обнаружили свыше 25 килограммов марихуаны. Об этом и не только в хронике происшествий. Далее. В Актюбинской области в результате несчастного случая утонул 55-летний водитель ЗАЗ. Житель поселка Курайлы, двигаясь по степной дороге, при повороте вдоль реки не справился с управлением. Машина прокинулась в реку. Вода заполнила салон автомобиля. Мужчина погиб. Обстоятельства ДТП устанавливают. Особо крупную партию наркотиков изъяли в Семее. 38-летний житель пытался наладить канал поставки и сбыта наркотических средств. В доме у мужчины полицейские обнаружили свыше 25 килограммов марихуаны, которые были расфасованы по пакетам для дальнейшей реализации. Мужчина взят под стражу. Пьяного водителя, лишенного права управления, задержали в Кызылординской области. В состоянии алкогольного опьянения за рулем находился 41-летний мужчина. В ходе рейдовых проверок выяснилось, что водитель в судебном порядке уже лишен документов на 4 года. Он водворен в изолятор временного содержания, а автомашина поставлена на штрафстоянку. Полицейскими Петропавловска задержан 28-летний мужчина, разбивший остановочный павильон. Инцидент запечатлели на камеру мобильного телефона прохожие. По данному факту полицейскими собран административный материал. За свои действия правонарушитель поплатится штрафом либо арестом до 10 суток. Также мужчине предстоит выплатить сумму ущерба.